именно в нынешней ситуации санкционный вариант в отношении Азербайджана крайне маловероятен, потому что зависимость от Азербайджана, Европейского Союза растет, и вообще значение Азербайджана в их политике. Это связано и с планами по расширению поставок газа из Азербайджана, и, кроме того, с ростом транзитного значения по Азербайджану, потому что сейчас происходит реанимация очень активная проектов по транспортировке энергоносителей Центральной Азии в Европейский Союз. И в этом плане Азербайджан опять будет играть ключевую роль, потому что как бы все эти возможные маршруты будут через его территорию проходить. И понятно, что это связано с украинской ситуацией, то есть значение Азербайджана растет в рамках усилий Евросоюза по снижению зависимости от России в плане обеспечения энергоносителями и диверсификации вот источников их получения. Поэтому это все очень ожидаемо и естественно. То есть в этой ситуации Евросоюз вряд ли сможет пойти на введение санкций против Азербайджана. То есть это должна быть какая-то очень экстремальная ситуация, чтобы они приняли такие решения. Плюс здесь еще очень важный момент. Здесь санкции тоже могут быть разные. То есть из опыта предыдущих случаев введения санкций в отношении разных стран, не Азербайджана, а других государств, мы знаем, что есть определенный уровень санкций, который страна, против которой они вводятся, вполне может игнорировать. То есть здесь, опять же, нельзя исключать, что санкции могут быть введены, но они могут носить формальный характер для того, чтобы реагировать на какие-то требования общественного мнения в Европейском Союзе или на международном уровне в целом. То есть, опять же, такой опыт существует. Вот в целом как бы так. То есть сейчас Евросоюз, как мы видим, не только Евросоюз, по сути, все ключевые акторы, они ограничиваются только заявлениями, то есть речь идет вообще о дипломатическом давлении на Азербайджан. Это, собственно, актуально не только для Евросоюза, это актуально для других тоже центров силы, которые вовлечены в эту ситуацию. Они должны как-то реагировать на ситуацию, но, естественно, они стремятся не доводить свою реакцию, скажем так, до какого-то прямого конфликта и разрыва отношений с Азербайджаном. В результате мы видим, что вся эта реакция в целом довольно формальный характер носит пока.